символическое праздник возвращения Ярослава к Иш-Оди. Откапывай ее, чё? Я за рулем, нахуй. Короче, все-таки он не решился купить данный автомобиль. Это странно, Ярик, почему? Предложение было кайфовое. 4000... Что думаешь, откроют? Если сейчас откроют, то я обосрусь просто. Зеркало, кто зеркало снес? Поправьте зеркало. Стырили зеркало. Офигеть, натуральный лишайник. Блин, конечно, на запчасти, может, что-нибудь там уже стырили. А стекла водительского не хватает. Это, конечно, это печально. Это печально. И Катя. Блин, и Катя, второе стекло разбили, суки. Ай-яй-яй-яй-яй. Вот вообще, Ярик, что ты не сидишь за своей тачкой? Может, ты ее все-таки купил? Ай-яй-яй. Короче, ничего не меняется уже. Год прошел вообще вот. Тут из всего, ну реально ничего не поменялось. Ворота погнули сильно. Которым я. Вот в этих воротах, я помню, в пришкольном лагере вратарем первый раз стоял. Екать, это мне показалось. Екать мне что показалось? Ой, Калина задом сдает. Это невероятно.